праздник в честь открытия новой детской площадки жители двора по улице Рабочей запомнят надолго. Ростовые куклы словно пришли из сказки, а присутствие представителей местной власти придает празднику особую значимость. Мы обустраиваем подобных 26 площадок в 24 дворах. И вот оно одно, я думаю, что современная площадка, где найдется место как самым малышам, которые поиграют на горочке, покачаются на качельках, так и детям постарше, которые могут уже реализовать себя в занятиях спортом. И я думаю, эта площадка сделает жизнь жителей еще комфортней, приятней. Пусть здесь звучит детский смех, радость и веселье. Сегодня состоялось официальное открытие. Саму площадку дети осваивают несколько дней. Им хочется и на горке прокатиться, и сделать первые шаги в дворовом спорте. Она мне понравилась, что тут, тренажеры есть для зарядки, горка скользкая есть и лазилки. Прекрасная площадка. Мы стали на ней очень часто гулять. Еще она стала очень хорошая и веселая. Тут и красиво, и новое оборудование. Можно спортом заняться, покататься. Много что можно сделать. Площадку очень сделали красиво и хорошо. Потому что она большая. Лиза Петрова пошла в этом году в первый класс. После школы сразу сюда. Она теперь отсюда вообще не вылазит. То есть все супер сделали. Благоустроили двор очень хорошо. Было, честно говоря, здесь весной вообще не пройти. Тротуара не было, то есть, получается, очень было все плохо было. Сейчас намного лучше стало. И детскую площадку около дома в таком дворе, она необходима была здесь. Игровой комплекс – это эпицентр радости жителей двора разного возраста. Взрослые могут посидеть на лавочке и полюбоваться на детей и внуков. Для уединения есть уголки с местами отдыха. Строители разбили дорожки, использовав элементы ландшафтного дизайна. И сами жители облагораживают круговую клумбу и участки возле подъездов. Благодаря государственной программе комплексного благоустройства дворов Московской области формирование современной комфортной городской среды, заменено освещение, нет нагромождения машин – благодаря новой парковке обновлено дорожное покрытие и тротуары. Сторожил двора Татьяна Васильевна Драч, строитель. Вся ее трудовая деятельность связана с Мособлстрой номер 5. Мне городок очень понравился. И детям нравится, и всем старым, и молодым. Играть будут, и рядом все. И благоустройство хорошее, все отлично. Нам можно и посидеть, и погулять здесь. У нас много пожилых людей, и нам очень всем нравится. Не знаю. Я довольна и благодарю руководителей, кто занимался этим благоустройством. Вообще отлично. У нас, мне кажется, лучше всех даже городок. Евгения Светлая, Руслан Полянин, новости из Искровект.